На территории Одинцовского городского округа возобновляет свою работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщил секретарь местного отделения партии, глава муниципалитета Андрей Иванов, волонтеры готовы прийти на помощь всем нуждающимся. Активисты уже развозят продуктовые наборы и защитные средства. За время первой волны пандемии коронавируса волонтерский центр отработал более 65 тысяч звонков о помощи.